Всем привет, продолжаем запись той самой игры. Уже кассет накопил. Так, где птица, одна трагедия. Просто хотел помочь. А, это миссия. Так. Хорошие новости, как дела? Думаю, у тебя было много работы в последнее время, но надеюсь, тебе хорошо платят. И ты не очень-очень злишься на меня. Верно. Я просто хотел сообщить тебе последние новости, так как именно ты вытащил меня из этой передряги и многого другого. Да. Повышение зарплаты. Гражданин Ковальский, к сожалению, должен сообщить вам, что ваша просьба о увеличении зарплаты была отклонена. Наш бюджет в этом году немного ограничен. Надеюсь на ваше понимание. Директор школы. И школьный персонал желает вашей дочери Елене скорейшего выздоровления. Ну давайте. Токсичная любовь. Пойдем к машине. Поехали. Будет долгая ночь. Токсичная любовь. Никогда не связан с родительской любовью. Если бы что-то подобное случилось с Еленой, даже не хочу об этом думать, потому что уже знаю, что сделаю все, чтобы ее спасти. Красивое место с не очень красивыми последствиями. Тут что у нас? Тут вроде все чисто. Так, складываем сюда. Куда это стоит? Мусор снова.
бедро не лазит. Видите, способность устремить очищать сложные пятна. Земля использует звездную аналог. Something is blocking the way. Looks fine now. Work, no play. God damn. Так, ненависть разорвет нас на части одну семью за другой.
О. Где-то нам быстро загрязняется. Музыка. Ну,
Think of the money. Think of the money. Ну так и быть. Да. Спасибо. Перекус. Перекус. Ну давайте двигаться. Так, что у нас? Тот, кто принес дополнительные аргументы для семейного разговора. Хорошие аргументы. Таких аргументов что-то посерьезнее. No one was ever here. Туда, да? Так, ну давайте сюда. Здравствуйте. Я тут чуть-чуть приберусь. Я так понимаю, вы ноги поднимать не будете, чтобы я побрался. Хорошо, я вас обойду. Да, я угадаю. Рассерженный отец побеседовал с ключом памяти своей дочери. Да, его. Это все в кучку. Девушка верила в настоящую любовь, закончила настоящее преступление. Та-та-та.
Инвертарь и Юля. Сяо, Юй, Зочка, София, 19 лет, очень пышная. София, 20 лет, латиноамериканка. Так они тут еще торговлей людьми занимались. Примириться. Опа-на. Так, 2, 0. Так, 1. Так, 8, 9. 8, 9. 4, 7. Easy peasy. Так, что у нас тут? О, это возьмем, это возьмем, это заберем, это заберем. У нас тут не было. Тоже дверь какая-нибудь. Шкаф странно стоит. Нет, двери. Нет. Ты должен снять блокировку? Какую блокировку? А что, где-то что-то заблокировано было? Откуда? Чё тут музыка не играет? Да, этим больше не понадобится.
Ну давай я эту добавлю. Может быть, эту. Он быстро заряется. Видно, все, что у нас сделало, все это было. Да. Все в труху, все в труху, весь мир в труху. Ну пока. Пришлось применить план Б. Да что он не это останавливается? Вроде все выбрано.
Любая. Это мина. Holy fuck. He did not mention this. Может, не знаю, вообще знает. Ты не сищу даже кассеты не забрал. Можно убирать. Она всех предупреждала. О, первая кассета. Так, что за песенка? Я раньше верил, что настоящая любовь сводит меня от дома, семьи, которой я считал себя тюрьмой. И последнее прощание с нашим несчастным. Не давай. Ну, бывает. С кем не бывает. Thank you.
хочу. Тут закрыл. Давай. Все. Пошел отсюда. Ну, прошелся вроде больше ничего не видел. Давайте посмотрим. Одну песенку не нашел где-то. Капец. Ну, секрет один нашел. Все. Песню одну где-то не нашли. Вот все посмотрел. Везде полазил. Печально. Ой. Заданий на этом месте нет. А. Навки. Так, что я хотел? Ведро. Так, ведро. А, ведро сюда. А, вот это что-то. Нет, вот, вообще. Вот это вот. По-любому. Вот это вот нужно. О. Это уже не хватает. Одно очко осталось. Что? Лестница, да не, нафиг не нужно. Инструменты. Вот что да, не почему. Все, хватит. Что у нас тут интересненького? А, спать. Ну, спать так спать. О, что-то новое. Теперь счета. Счета, заплати. Ну, на этом пока все. Всем спасибо, всем пока.